Ну как вы смогли вернуться? Минуточку внимания. Дети, у меня хорошая новость. Я ухожу в отпуск. А мы? А вы остались с новым учителем. Новый учитель? Да, новый учитель. Знакомьтесь, мистер Балли! Привет, детишки! Я не слышу ваших аплодисментов! Мистер Балди! Опять вы? О, да вы знакомы! Чудесно! Тогда я побежала! Ха-ха, счастливо, Тока! Правда, прелесть! Приветствую тебя, Даша! Соскучились по мне? Ой, что я себя не важно чувствую. Можно я пойду домой? Ой, что-то живот так болит. Я вам не верю. Садитесь. Блин. Ну, мы попробовали. Начнем урок. Как думаете, какой? Математику. Сразу видно, что вы любите математику. Да уж. А что вы такие грустные? Ну, надоела эта уже математика. Надо говорить так. Математика – это очень важный предмет. Математика – это очень скучный предмет. Хорошо. У меня есть новая методика получения оценок. Я думаю, она вам понравится. Заодно я протестирую ее на вас. Не-не, давайте без всяких экспериментов. Нет, давайте лучше, как обычно, примеры, задачки. Поздно! Я уже подготовился! Ну когда вы успели? Что это? Это колесо фортуны, то есть удачи! Но это мы видим, но зачем оно? В этом и заключается новая методика! Видите эти листики? Вы по очереди крутите колесо. Вы срываете листочек под этой стрелкой и выполняете задание, которое указано на этом листочке. И пишите ответ. Ответ минус 4. И все. И в чем прикол? А прикол в том, что если вы выполните все задания, то вы получите 5 по математике за четверть. Круто! Мы согласны. Даш, ты чего? А если не выполним? Если вы выполните хоть одно, то вы получите 2 за год. Ну уж нет, мы знаем твои выкрутасы. Мы не согласны. У вас нет выбора? Мы согласны. Ну спасибо тебе, Даша. Прости. Ну что, не будем терять время. Кто будет первый? Вкуснейшими, слипшимися холодными макарончиками прямиком из школьной столовой. Даша, держи! Что? Это кисель холодный и с пленочкой. Вкусняшка! Задание вы выполняете вместе. Давайте, давайте, девочки, веселее, веселее. Ради пятерки.
Ну, а теперь давайте продолжим. Даша, твоя очередь. Подходи к карусельке. Зоя Петровна только что помыла полы. Пройдем мимо нее в грязных ботинках. Что вы меня нашли? Это же нереально! К Зое Петровне совсем лучше не подходить, особенно без сменки. Ну все, мне конец. Прощай, Ксюша. Не поминай меня, Миха. Не так быстро! Ксюша, тебе нужно принести трофей. Швабру, Зоя Петровна. Швабру! Ее швабру! Моя прелесть. Иди отсюда, ты лично чистил? Да, думаю, она ни к чему. Так, давайте, девочки, желаю вам удачи! Я не пойду сюда. Да ладно, Даша, ты просто прибеги и все. Ага, я еще жить хочу, ты посмотри на нее! Обычная бабуля. Обычная? Ты думаешь, сработает? Или так, или два за год. Да, готово. Есть, задание выполнено. Ксюша, все, возвращайся обратно. Ксюша? Ксюша? Ты чего орешь? Я думала, тебе хватает кровь. Пошли, пока она не вернулась. Пошли. Что ж, я думал, вы дальше этого здания не пройдете. Крути, Ксения, твоя очередь. Возьми. Делать пранк над старшеклассниками. О, нет. Ой-ой. Это уже слишком! А как вы думали? Это все-таки пятерка за четверть по математике. А Даша что? А Даша то же самое. Приступаем к себе!
Вы? А, ну как вы смогли вернуться? Ну ладно, Даша, твоя очередь, крути, пожалуйста. Отлично. Используй запрещенный телефон. Позвони директору и прокукарекай 3 раза. Что? Я не буду этого делать! Отлично! Я ставлю тебе 2 секунды по математике. Давай дневник, пожалуйста. Ладно, давай телефон. Ну-ну-ну. Со своего звони, да? Даша, не надо! Он же увидит твой номер! Это будет конец! Что? Да что ж такое-то? Снова? Опять? Все выигрываете? Да когда же это прекратится-то? Ксюша, тебе твоя очередь. Мисс Балди, не нервничайте. Не переживайте, присядьте. Да, наверное, ты права. Я забыл, что говорить. Конечно. Привет, детишки! Не слышу аплодисментов. Аплодисментов? Аплодисментов. Такая, Даша, ты объявишь. Стул! Давайте, девочки, желаю вам! Какая утрясу забыла все. Серьезно, да что? Давай, девочки, желаю вам удачи. Желаю вам удачи, да? Я, подожди, я не могу, почему там когда. Давай. Даша! Куда? Без меня! Иди сюда! Так, Ксюша, крути. Ой. Вы с ним, я стою, проверяю. А Даша что? Хороший вопрос. Даша тоже сама. Козёлка.